Я ему рассказал о встрече с Рогозиным и о строительстве космодрома «Восточный». Говорю президенту, это твоя стройка, контролируешь постоянно, так что имей в виду, что наш министр туда с Рогозиным полетели или полетят. И «Восточный», конечно, надо оперативно достраивать. И Дмитрий Рогозин, будучи здесь, очень меня просил, чтобы мы помогли специалистами. Но наше преимущество, это для вас тоже, для информации важно, Игорь Анатольевич, в том, что мы не разрушили с советских времен созданные крупные компании строительные. Не раздробили на мелкие какие-то компании ради рыночной какой-то конкуренции. И вот сейчас, если мы договоримся по Восточному, мы бросим туда, ну, наверное, надо, потому что президент сказал, что очень надо помочь и оперативно построить Восточный. И говорит, там еще и вторая, и третья очередь будет.